True charity is the desire to benefit other people without thinking of reward. На протяжении столетий по всему миру тихо, но непоколебимо распространяется лепра, дойдя в XIX веке и до Якутии. Сестра милосердия из Англии Кэт Марсден узнает о чудодейственной траве, которая растет на севере. Суровые условия и холод наделили эту траву сильнодействующими целебными свойствами. Название этой единственной надежде на выздоровление — Учукта. В поисках этой чудо-травы мисс Марсден отправляется в далекую неизведанную Якутию. Преодолев тысячи километров, она прибывает в Вилюйский округ, где десятки прокаженных угасают, отвергнутые семьями, примирившись со своей судьбой. God gave these unfortunate people to me, and I will do everything to help them, even if it will cost my life. По настоянию Кэт Марсден была возведена церковь святого Пантелеймона, исцеляющего различные болезни. Церковь сгорела в 1969 году. Во имя спасения больных проказой сестрой милосердия было организовано построение лепрозория в нынешнем селе Сосновка Вилюйского района. Благая миссия Кэт Марсден продолжается. Память о самопожертвовании отважной англичанки ради выздоровления якутян не померкнет в веках. Возрождение церкви святого Пантелеймона — это наш долг перед святым делом. Это сохранение исторической памяти для будущего поколения.